Сегодня мы будем готовить пиццу. Да, Кать? Четыре сыра? Четыре сыра. Молодец. Да, вот для этого возьмем мы муку. Держи. Стакан муки. Давай высыпаем. Высыпаем. Оп. У нас будет пицца четыре сыра. Четыре сыра. И мы еще кушаем. Держишь? Да. Давай добавляем кефир. Ой, нам надо добавить. Лунку было сделать. Лунку не сделать. Давай еще. Еще кушаем. Бабчи. Давай добавим чай. Чесир. Это чесир. Соль будешь добавлять? Да. Все, послышно. Давай, дай я помогу тебе. Спасибо, пап. О, пищу накроем. Вон и я. Вон и я, пап. Давай. Мы делаем пиццу на цельнозерновой муке. Главная фишка нашей пиццы в том, что сегодня мы ее делаем на цельнозерновой муке. Да. Посмотрим, получится у нас или нет. Давай. Вкусная будет пицца? Вот это все. Это потом, да? Давай сначала мы замешиваем тесто. Я вам не мешаю. Пиццу. Давай, мешай, мешай, надо его взбить. Чтобы тесто было эластичное. Да, ты его молодой. Пахнет. Пахнет. Большой дай. Чуть-чуть. Да? Дай, дай. Спасибо. Пожалуйста. Мешай. Я его мешаю. Надо активнее мешать. Здесь еще сыр. Кать. Четыре сыра. Ты любишь сыр, Кать? Да. Ты любишь четыре сыра? Делаем пиццу из четырех сыров. Да, теперь пока мы разогреем духовку. Поддон. Давай. Сейчас разогреем. Пицца. Мы будем 20 минут греть духовку. Давай. Разогревать. Давай. Поставим 160 градусов. Все, пусть она греется. Давайте сыр. Да подожди, сыр еще. Сыр надо еще раскатать его, сделать такой круглый уже. О, пиццу большую. У нас получится? Да. Давай руками. Да, сейчас будем все делать руками. Только ручная работа, Катя. На. Вот нем, да, разминаем. Давай, я. Надо прикинуть, Катя, сколько нам нужно на тесто. Давай вот здесь положи, я. Да, подожди, да, конечно. Она не вот здесь поставь. Да подожди там, подожди. Нет, я. Вот сейчас мы ее вытащим, мы ее сейчас вытащим. Ищи. Да, да, дай посмотри. Пиццу, да. Да, мою пиццу. Твою пиццу. Все, убираем руки, Кать, вытаскиваем ее, вытаскиваем. Посмотрим, что у нас там получилось. Не получилось. Почему не получилось? Да. Давай я помогу. Нет, помогу. Я. Держу. Держи. На другую сторону, подожди. Ну конечно, надо, чтобы она круглая была. Круглая. Да. Подожди. Еще круглая. Будет круглая и большая. Стой, опусти, 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 так, у нас. Будет большая. А то у нас ты не похожа, у нас с тобой ничего не будет. Будет. У нас форму с тобой как не получится сейчас, нифига. Не получится. Не получится. Да. Вот, берем по кусочку и раскладываем по перинке. Я тоже. Да, берем. Моцарелла, сыр. Вот так и раскладываем. Я его тоже. Ну-ка, еще. Ты не утап, ты просто клади. Да, вот, так. Волшебно. Так, подожди, не трогай. Да, здесь не надо, здесь тесто не трогаем. Угу. Давай вот этот сыр. Не трогаем.
берешь руку и удар рассыпаешь по периметру. Аккуратненько рассыпай. Эти пальчики. Рассыпай. Большие. Папа, ты будешь тут пальчики. Так, ну надо... Нет. Подожди тебе. Нету, шир, нету. Надо еще... Воняет. Пахнет. Пиццу, будь умышлен. Привет всем! Мы делаем пиццу. 4 сыра. А 2 сыра мы уже добавили. Теперь у нас... Надо кусить. Подожди. Теперь мы вот этот будем сыр делать. Надо... Он, мы его так вырежем. Мы этот сыр мягенький. Он очень мягенький. Опа. Так вот. Почемка. А вот лопаткой? Лопаткой. Давай сюда его. Лопаткой. Он прилипает. Давай я быстренько его скидаю. Нет, я. А ты можешь другой сыр, давай. Нет, я. Так. Нет, я. Нет, я. Кать, стой, подожди. Я хочу. Видишь, он у тебя липнет. Он у тебя прилипает. Мы вот, вот так вот. Подожди, Катя, стой. Пойдем. Подожди, видишь, он прилипает. Ну да. Он прилипает. Будем. Вот сюда его. Да, мы его добавили руками. Да. Мы на краешке его добавим. Оп, хоп. Оп, и боки. Будет так, подожди. Здесь. Ой. Видишь, он прилипает на него. Это третий вид сыра. Так, нету. И остается четвертый. Так, вон я. Только руками. Подожди, на ложечку. Ну, руками аккуратненько там берем и рассыпаем его. И сыпем. Сыпаем. Такая, только это не так. Ты сыпь его по всему периметру. Что? Кать, подожди. Потом мы с тобой... Где-то будет густо, где-то пусто. Все, сейчас я доделаю сам, подожди. Подожди. Пицца будет рассыпаться. Очень вкусная будет. Но по краям будет невкусная. Не будет вкусная. Ну, будет. Потому что Кать, сыр везти в центре. Да, надо по краям. Кать, надо по краям. По краям. Ты будешь только в центре есть, а я буду корочки доедать. А я буду корочки доедать. Или ты будешь корочки доедать? Я. Ну я тогда в центре буду есть. Я. Давай я кусочек попробую. Попробуй. Как оно, съедобное? Так, остается груша. Нет. Груша. Вот грушку мы здесь положим. Половина груши, половина это пиццы. Не доп... Это не... Да. Половина пиццы мы сделаем. Да, дай кусочек. Можно, конечно. Половина груши мы... Ой, груши. Пиццы мы сделаем нам с грушей. Кусочек. Ну, Кать, да. Ладно. Очень вкусный сыр, я понимаю, Кать. Но... Можно еще тушочек? Можно еще тушочек? Да, конечно, Катя. Можно. Все, пицца готова, Катя. Ура! Скажи ура! Кать! Ура! Мы приготовили пиццу, сейчас ставим в духовку ее. Надо еще тушку. Ставим в духовку. Так, ставим чуть-чуть. Будем потом есть нашу пиццу. Посмотрим, что у нас получится из нашей пиццы. Туда. Ставим ее минут на 20. И потом будем ее кушать. Еще тушочек. Обязательно, но позже. О, очень горячо. Как она выглядит? Вкусно? Давай, это груша. Там груша. Вот. Потвоим. Вуаля! Да. Пицца готова? Горячая. Горячая, конечно. Пусть пицца еще тоже чуть-чуть горячая. Мы с тобой сейчас. Все, ждем. Надо будет чуть-чуть. Масло. Вкусно? Да. Все, беги. Вкусно, Кать? Как тебе наша пицца? Понравилось? Давай кушаем.
Приятного аппетита! Бон аппетит! Это наша пицца. Это наша пицца. Четыре сыра. Да, четыре сыра. Кушай. Кушай.